Бисмиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Десятое из полезных средств для достижения счастливой жизни – это подготовить себя к возможному наихудшему исходу. Когда раба уже постигла несчастье, то значимым средством устранения печали и горечи станет обращение сил на уменьшение действия этой беды. Частью этого является предположение наихудшего исхода, которым может закончиться это дело и подготовить себя к этому. Когда человек по возможности устраняет вредоносное и трудится над тем, что приносит ему пользу, и уже подготовил себя к возможным наихудшим последствиям, то переживания, скорбь и тягости покидают его. А если предположение оправдывается, то это уже не будет для него таким потрясением. Если же человека постигло то, что внушает ему страх, болезнь, бедность, или он лишен различных любимых для него вещей, пусть со спокойной душой переносит эти невзгоды. Человек всегда должен быть готовым к тому, что его могут постигнуть неприятности, беды и невзгоды. Когда его душа подготовлена к этому, то горести легче переносятся и не так тягостны. Особенно, когда человек делает все, что в его силах для отражения неприятного и не зацикливается на самих бедах. Человек должен работать над собой, дабы укрепить в себе силу сопротивления невзгодам, и в этом ему необходимо полагаться на Аллаха и твердо верить в его содействие. Все это, а также надежда на вознаграждение в обоих мирах, без сомнений имеет чрезвычайно полезное действие, посредством чего человек обретает радость и спокойствие. И это можно наблюдать на примере очень многих людей.